Всем привет! Разбирала свои шкафчики и нашла несколько пакетов сухофруктов. Никто желания их кушать не изъявил, даже положила на тарелочку на стол. Ну, никто не хочет кушать. Решила сделать из них конфетки. Очень вам советую, они очень вкусные и съедаются намного быстрее, чем просто сухофрукты. Использовать можно любые сушеные фрукты. У меня сегодня финики, чернослив. И сушеные абрикосы. Абрикосы я, может, положу не все, потому что здесь их много. Ой, извиняюсь. Вот. И также положу орешки грецкие и, может быть, немножко, вот здесь у меня есть эти семена чиа. Выберите на свой вкус, на свой выбор все, что хотите. Все равно будет вкусно. Итак, все очень просто. Складываю все сухофрукты в кухонный комбайн. Перебью до однородной массы. Смесь получается очень густая, поэтому ее нужно пару раз хорошенько перемешать, чтобы все продукты перемололись равномерно. Если у вас получается вот такая густая смесь, как у меня, добавьте в нее 1-2 столовые ложечки воды, совсем немного, чтобы просто было легче ее перемолоть. У меня вот такой сироп. Называется это оранжевая вода. Я добавлю буквально, ну, может быть, 1 чайную ложечку. Сейчас посмотрим, как пойдет процесс. В итоге я решила семена чии не добавлять, а обвалять конфетки в кунжутных семечках и в какао. Я добавила, наверное, 2 чайные ложки вот такой оранжевой воды, но в принципе это не обязательно. Если у вас ее нет, просто добавьте кипяченую водичку, если понадобится. Возможно, что смесь будет достаточно мягкая. У меня просто фрукты пролежали чуть дольше, чем мне бы хотелось, поэтому они получились такие вот сухие. Ну, конечно, всегда можно добавить какой-нибудь ликер, если вы делаете эти конфетки не для детей. Итак, получилась вкуснющая, не очень красивая масса, но ничего страшного. Супер! Наверное, буду делать их чуть поменьше, на 1 укус. Вот так, гусенькие. Вот такие. Ты конфетку хочешь? Конфетку хочешь? Ты моя рыбочка.